В Маргаушском районе живет мастер на все руки. Иван Васильев сам собирает сельхозтехнику. 29-летний Кулибин удостоился стипендии главы Чувашии за творческую устремленность. С необычным умельцем встретился Рифат Фаткулин. Для Ивана Васильева нет деталей, которые идут в утиль. Самодельные копалки, бороны, культиваторы. Двор хозяйства полон различных сельхозагрегатов. Модели не повторяются. Это и дешевле, и результат лучше. С покупной техникой нет никакого сравнения. Ведь изготавливает их молодой инженер под свои нужды. Никаких схем и чертежей, все идеи в голове. Эта машина, к примеру, собрана из запчастей стареньких «Жигулей» и «УАЗика». Мы делаем подкормку озимых. Вот, чтобы ранней весной выйти и не застрять грязи, короче, вместо трактора быстро, эффективно. Зима уже ушла, одна зима ушла, там 3 месяца, что ли, у нас 3-4 месяца ушло. Экономия на этом приличная вышла, а так сами они 1 000 000 с лишним стоят, самоходные на колесах низкого давления. Старания молодого специалиста не прошли даром. Стипендия главы Чувашии, награда за талант и трудолюбие. Но не думал, что пройду, вот. Нормально, думаю, этот, работа, значит, виднеется, люди смотрят. Для молодежи, конечно, нужна. Это даже стимул, чтобы показать себя. У меня и отец инженер в соседнем хозяйстве работает, и учитель у меня тоже, этот, который меня всему там научил, этот, дорогу дал, тоже в соседнем хозяйстве тоже работает. Вот, может, после этого пошло. Потом и самому затянуло после этого. Вот и сюда пришел, вот здесь ребята поддержали этот. Сейчас Иван Васильев вместе с командой готовит технику к выходу в поле. Своевременно проведешь ремонт, спокойнее будет во время весенней страды. Коллеги по цеху молодого специалиста уважают. Он, как сказать, пришел там недавно, 4 года назад. Ну, показался со всех лучших сторон. С ним очень приятно работать. Находит совсем общий язык. В технике очень хорошо разбирается. Поэтому у нас получается техника в лучшем состоянии, чем была, например, раньше. То, что Иван Вадимович получил стипендию, конечно, это его полная заслуга. Планов у Ивана Васильева много, так же, как и сил и энтузиазма. Так что новые изобретения не за горами. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика.